Всем добрый день. Сегодня хочу сделать блинчики. Вот у меня остался кабачок, чтоб не пропал. Почистила две картошки молодые. И луковица вон небольшая. Измельчу сейчас на блендере. Времени мало. Все надо успеть до 11 часов, так как выключат свет. Сейчас я порежу овощи быстро. Кабачки измельчаю. Теперь положила картофель нарезанный, лук там есть и сметану чайную ложку. Потом, чтобы к обеду я буду делать же блинчики, чтобы горячие были. Чтоб не потемнел картофель, вот это все. Измельчила картофель. Даже не буду доставать из блендера, прикрою. Боюсь, чтоб не потемнел картофель. Кабачок немного присолила, перемешаю, чтобы отдал он сок, потом я его отожму. Вот у меня, видите, в кабачках сколько соку. Сейчас я его, надо отжать этот сок. Много. Это как я делала блины такие большие из кабачка, сок не отжимала, он там не мешает, а здесь он не нужен. Я думала, что свет отключат. С 11 до 3 вроде должны были отключать свет. Я быстренько и кабачки перемолола, все подготовила. Но не отключали свет. Вообще у нас график так выполняется. То мы на днях с мужем тоже поехали в магазин, приехали, все. По графику вроде ничего такого не было. Отключили свет, лифт не работал. Очень тяжело было. Так, надеешься, что будет или не будет свет хоть. А так не выполняется график и все. Картошка не потемнела, вот видите. Добавляю кабачку. Добавим яйцо. Яйцо. Солим еще, потому что я немножко солила только кабачки. И пару ложек добавим. Два. Ну, еще чуть-чуть, половинка. Перемешиваем. Эти блинчики очень вкусные. Типа дерунов, но в то же время и не дерунчики. Вот обжариваю, выложила.
на небольшом огне, как всегда. Оладьи хорошо переворачиваются, не рвутся, все нормально здесь. Оладьи готовы, румяные, пахнущие такие, очень-очень вкусные. Сейчас сделаю соус к ним. Берем все по своему вкусу. Пару ложек сметаны и майонеза. Так. Есть чесночок я приготовила, зубчик. Это я на свой вкус. Укропчика немного. Ну, не немного, а по вкусу. Осталось перемешать соус, и все, готов. Очень вкусно. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, смотрите мои видео. Готовьте со мной. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всего вам самого доброго.